Приветик, вы на моем channel. И, короче, сегодня будет такое видео. Это будет такая попытка сделать мой день. Такой Z girl aesthetic. Сегодня у меня маникюр. Вот, мы пойдем на маникюр вместе. Вот, а так, ну, остальное сейчас будем пытаться. Вытираемся полотенцем, потому что это неправильно. Мы вытираемся only бумажными, короче, полотенцем. Все. Во! Короче, что у меня получилось, честно, это один из самых неэстетичных бутербродов, который у меня получался когда-либо. Но знаете, самое главное, что вкусно было. Да. Что у нас в итоге получилось? Надо понимать, что моя аудитория хочет от меня влоги или какой-то еще формат видео. Предлагайте то, что вы хотите от меня видеть. Просто у меня на канале залетают в основном только влоги. Так что я что-то другое и не делаю. Вот. Кстати, 21 числа я еду в Питер, и будут реально эстетичные влоги. Я еду в Питер с подругой, мы там будем фактически одни. Вот. Так что ждите реально эстетику. Сейчас Z Girl я беру с собой воду с лимоном и буду ее пить. Норма воды в день. Вообще норма воды в день — это где-то 3 таких бутылки я выпиваю обычно. Вот. Немножко Z Girl. Еще типа я вообще не выбрала цвет. Вот. И не то что цвет, я ничего не выбрала. Я не знаю, что мне делать. Такое все зелененькое. Я взяла вот эту книжечку. Не знаю, я давно ее хотела прочитать. И я вообще пришла с двойным миром. Но потом я поняла, что мне двойной мир что-то не нужно все-таки. Я ее лучше все-таки прослушаю, потому что, не знаю, мне так было больно тратить на нее 300 с чем-то рублей. И я взяла Нила Геймана, короче. Вот. Все, я пришла домой. Ну, вы уже видели. Вот, вот такие... классные.
книжные покупочки. Я давно хотела купить. Вот, у меня подруга читала, сказала, что классно. Мне кажется, тут атмосфера крутая. Вот, мне кажется, прям красиво. Такая красивенькая. Собственно, краткое содержание. Вот. Я выбирала, я сейчас фотку ставлю. Вот, я выбирала между одним изданием и другим, но мне кажется, что вот это гораздо красивее. Вот. Я решила, я очень сильно люблю Цезарь, я решила, что я хочу Цезарь. Вот, я сам домашний не так сильно люблю, как из ресторана или вот такой в боуле, короче. Я купила. Ох! Не понял. Привет. Подписывайтесь на Машу в лайки. Нет, не надо мне подписываться там. А ты там не... Она там снимает пов с питонами. Нет, не надо. Еще сейчас съем вот такой вот сэндвич, который я купила. Тоже очень вкусный, кстати. Курицей и беконом. Я вообще люблю.